Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 11 на странице 55 учебника математики для второго класса автора Дорофеева. Из трех одинаковых кубиков составили фигуру, изображенную на рисунке слева. Эту фигуру сфотографировали с трех сторон. Спереди, сверху и справа. Объясни, какая из пронумерованных фигур является видом данной фигуры спереди, какая сверху и какая справа. Так, первая сфотографирована спереди. Вторая сфотографирована справа. И третья сфотографирована сверху. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.